Бывает так, что клиент приходит к вам, и он никогда не увеличивал губы, не проводил каких-либо манипуляций в области губ и не знает, подойдет ли ей данная процедура, как это будет выглядеть, не будут ли губы выглядеть неестественно после увеличения. Многих терзают такие сомнения, поэтому вы можете предложить воспользоваться процедурой с использованием именно Princess Rich. Это даст возможность пациентке решить, насколько гармонично увеличение будет выглядеть, если в будущем она выберет либо Princess Filler, либо Princess Volume, да, то есть для более пролонгированного действия. А Rich, он позволяет таким сомневающимся пациенткам понять, нужно ли им увеличивать губы, подойдет ли им этот новый образ и так далее.